Венера. Венера говорит, пришли нам красной материи. Нам на лозунги не хватило. Ну и кистей пару-троечку. Оформляемся к празднику на ясь. В этот день никто так не переживал, как именно я. А почему это именно вы больше всех переживали? 3 года подряд я водил 7 ноября на параде головной танк по Красной площади. Нет, товарищи, чтобы у нас творилось в этот день, я дворцом культуры заведовал. Сегодня бы у нас все годом бы гудело. Тут бы тебе и выставку устраивали, и полы бы натирали, и светящиеся гирлянды развешивали, оркестр бы репетировали, пиво бы в буфет забрасывали. Красота. Эх, вот соберешься, бывало, с приятелями. И так хорошо ночь проведешь, что потом целый день себя плохо чувствуешь. Эх, и куда это, братцу, время девалось? Ничего, все еще будет. Мы еще не такие гирлянды зашел. У нас в городах от сказки сиять будет. Только само это не вернется. Надо отбить все это. Завоевать надо. Товарищ, слушай, а почему бы и нам не пригласить тебя артиста сюда? Теперь, завтра. А почему? А? Здоровые мысли. Октябрьский концерт. Попросим и пришлют. Ну, поверьте. Ну, давайте составлять программу. Давайте программу. Ну, кого нам пригласить? Утесова. Козловского. Игорь Ильинского. Ильинский, дальше. Но не одни только наши знакомые бойцы обратились в Москву с такой просьбой. Десятки, сотни телеграмм были получены со всех фронтов с одним и тем же пожеланием об октябрьском концерте. И во всех телеграммах и письмах мелькали одни и те же имена любимых артистов. Как же удовлетворить всех? Как нам поступить? Как сделать так, чтобы сегодня всюду, на всех участках фронта, на подлодках и в авиачастях, танкисты и саперы, пехотинцы, связисты, кавалеристы, летчики и краснофлотцы одновременно увидали в день великого нашего праздника концерт с участием тех актеров, которых они хотели бы увидеть. И вот выход найден. Ансамбль здесь. Ну. А где же они? А сейчас, одну минуту. Здравствуйте.
Вот они, все здесь. И ансамбль здесь. И ансамбль. И Козловский здесь. И Козловский, и Утесов, и Лепешин. Я заправлю. Давай, давай, давай. Ну, пускай первый номер программы. Точно. Краснознаменный ансамбль песни и пляски под управлением профессора Александрова. Вася Василёчек, ой, милок, ой, Вася Василёк, не приступай, друг, мужчина, без покоя не давай, если даже есть причина, никогда не унывай, без покоя, не давай, никогда не унывай, не унывай. Письмеца недель пяток почта не приносит, понимаешь ли, браток, сердце ласки просит. Бить врага вопрос другой, шутка веселее. Нет письма, дорогой, думушки темнее. Ой, мило, ой, Вася Василю, не приступай, тут причина, место горе не давай. Если даже есть причина, никогда не убивай, место горе. Не захочет написать, значит, позабыла, значит, надо понимать, вовсе не любила. Что ты, Вася, друг большой, зря себя так мучишь, если любит всей душой, весточку получишь. Ой, мило! Ой, Вася, Василю! Не приступай, тут причина, место горе не давай. Если даже есть причина, никогда не умирай. Место горе, не давай, никогда.
сердце горячо, девушка найдется. Ничего на не тужи, за твой денечек, выше голову держи, Вася разъедочек. Сейчас будет пение. Ну, пение бывает разное. Пение бывает такое. Пение бывает такое. Пение бывает такое. Пение бывает такое. А сейчас будет пение такое. О, Русланова! Вот, точно. Голый глаз, голый на лайне.
сук. На дубу сидит ворона, кормит вороненочка. Ух, какой-нибудь разинет твою миленочка. Зачем было увлекаться? Ох, когда знал, что расставаться. Как на улице мороз подмораживает, парень девушку целует, привораживает. Прощай, милый, до свидания. Ох, не забудь моего страдания. Меня, милый, не узнал, пень березовый я обнял. Думал, фокс розовый, а это пень березовый. Артист Царев прочтет стихотворение Симонова. Убей его. Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качая сплыл, если дороги в доме том тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом в нем исхоженные полы, если мил тебе бедный сад с майским цветом, с жужжанием пчел, и под люлькой 100 лет назад в землю вкопанный дедом стол, если ты не хочешь, чтоб пол в твоем доме немец топтал, чтобы сел он за дедовский стол и деревья в саду сломал, если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уж нет молока, только можно щекой прильнуть, если вынести нету сил, чтобы немец ее застав по щекам морщинистым бил, косы на руку намотав, чтобы те же руки ее, что несли тебя в колыбель, немцу мыли его белье и стелили ему постель. Если ты не хочешь отдать ту, с которой вдвоем ходил, ту, что долго поцеловать, ты не смел, так ее любил, чтобы немцы ее живьем взяли силой, зажав в углу, и распяли ее втроем, обнаженную на полу, чтоб досталось трем этим псам в стонах, в ненависти, в крови все, что свято берег ты сам всею силой мужской любви. Если ты не хочешь отдать немцу с черным его ружьем дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. И пока его не убил, ты молчи о своей любви. Край, где рос ты, и дом, где жил, своей родиной не зови. Если немца убил твой брат, если немца убил сосед, это брат и сосед твой мстят, а тебе оправданья нет. За чужой спиной не сидят, из чужой винтовки не мстят. Если немца убил твой брат, это он, а не ты, солдат. Так убей же немца, чтоб он, а не ты на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой, и пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать, не твоя, а его семья понапрасну пусть будет ждать. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Иван
Семен Козловский! Верный нежный Арлекин здесь живет один. Он о тебе вздыхает, выдых от на миг один. Дай ты свое мне личико поцеловать тебя. Меня мой ангел любовь сжигает, огнем пылает любовь моя. Ах, и мучает она. Короби на верный нежный Арлекин здесь он один совсем. Твой бедный Арлекин, он здесь один. Арлекин! Сейчас артист Михайлов поет народную песню вдоль по Питерской, да еще по Тверской и Ямской, да еще с колокольчиком. Ах, вдоль по Питерской, где-то миленый гай, там на трое же кидает, едет батюшка по проселочкам. По пиру я с ним была, бабе седуши кидает, я не пила сладкую водичку, сладкую водичку. Да на лимитику дай, я пила молода и спала ветра. Клен трещит, не комар пищит, это кум да кумы туда катащит. Эх, 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 кумушка ты головушка, пари кума туда ка, чтобы пушка была. Эх, 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 ушечка да с петрушечкой, поцелуйте меня, куматушечка. Поцелуй, да покрепче, кумадушечка. Козловский. Михайлов.
Народную песню «Яр хмель» исполнят Козловский и Михайлов. За реченькой яр хмель круг усточка вьется. Первый день яр хмель на нашу дорогу, на нашей стороне куда же большая. На нашей стороне дача большая. Сейчас, ребята, будет интересный номер. Сейчас будет воздушный десант. Артистка Лепешинская и Руденко. У рояля Нина Емельянова. Thank you.
песню про синий платочек. Петь я сейчас вам готов. Ты что, пиво испеть? Нет, зачем? Сейчас вспомню Клавдию Шульженко. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой, родной, знаю, с любовью ты и в голову прячешь платок дорогой. Письма свои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня облик твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков мы сохраняем с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных, желанных и любимых, каких строчит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих. Кончится время лихое, с радостной вестью приду, снова дорогу к милой порогу я без ошибки найду. И вновь весной под знакомой ветвистой сосной милые встречи, нежные речи нам возвратятся с тобой. Милые встречи, нежные речи нам возвратятся с тобой. Игорь Ильинский. Шуточное стихотворение Натальи Кончаловской «Близнецы». Нас в семье всего два брата, но нетрудно спутать нас. Родились мы с ним когда-то в тот же день и в тот же час. Мама вскрикнула: «О, Боже, как похоже, просто жуть!» Папа вскрикнул: «Ну и что же, разберемся как-нибудь». Но не могут разобраться папа с мамой 30 лет, потому что рожа братца абсолютно мой портрет. С детства я терпел невзгоды. Все валилось на меня. Николай объелся меду, а костурку принял я. Я с шофером сговорился: завтра утром заезжай. Я до ночи ждал, томился, а катался Николай. Я лечил больную ногу и ходил на костыле. Николай дразнил бульдога, прокусили ногу мне. Стал я взрослым и влюбился. Добивался целый год. Николай пришел, женился. Теща у меня живет. Я боюсь, что будет скверно. Николай ужасный плут. Он умрет... Меня, наверное, в крематории сожгут. Но сегодня я доволен.
не сгорел еще в огне. За стихи, что пишет Коля, аплодируйте мне. Вот вы меня спрашиваете, граждане, был ли я актером? Ну, был. В театрах играл. Прикасался, так сказать, вот к этому вот. Вот к этому. Ну, как его? Ну, как говорят французы, к искусству мельпомены. Но только ерунда. Ничего в этом искусстве нет выдающегося. Хотя, конечно, вот если подумать глубже, то много в этом искусстве есть и хорошего. Скажем, выйдешь на сцену, а публика на тебя смотрит. А среди публики знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь, подмигивают тебе спаркеру. Дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты им, значит, знаки делаешь, мол. Дескать, не извольте беспокоиться. Знаем сами с усами. Да-да-да-да-да. А все-таки, если подумать глубже, ничего в этом искусстве нет хорошего. Крови больше испортишь. Вот расставили мы пьесу, кто виноват? Очень сильная пьеса. Там по ходу действия грабители купца грабят. На глазах у публики. Купец, значит, там кричит. Ногами от грабителя отбивается. А его грабят. Жуткая пьеса. Так вот, значит, поставили мы эту пьесу. А перед самым спектаклем любитель, который должен был роль купца вести, выпил. И в жаре до того его бродягу развезло. Видим, не может он роль купца вести. Как выйдет Крампи, так нарочно электрические лампочки ногой давит. Режиссер Иван Павлович мне говорит, не придется, говорит, его во втором акте выпущать. Передавит, говорит, сукин сын, все лампочки. Может, говорит, ты за место сыграешь, а? Ей-богу, говорит, публика, говорит, дура, не поймет. Я говорю, извиняюсь, я говорю, сейчас два арбуза съел, не могу Крампи выйти. Не могу, извиняюсь. Нет, говорит, выручай, браток, хотя на одно действие. Может, говорит, тот артист опосля очухается. Говорит, не срывай, говорит, просветительные работы. Ну, упросили меня. Вышел я Крампи и вышел, как есть, по ходу действия, так в брючках, в своем пиджачке. Так что бороденку чужую приклеил и вышел. А публика, хотя и дура, а в раз узнала меня. Говорит, Вася, говорит, вышедший! Не робей, говорит, Вася! Дуй до горы! Я говорю, робеть, говорю, граждане не приходится. Раз, говорю, критический момент. Артист, говорю, сильно под мухой, не может Крампи выйти. Он у нас, бьет. Начали действие. Играю я, значит, в действии купца. Кричу, значит, там. Ногами от грабителя отбиваюсь. И вдруг чувствую, что вот кто-то из любителей действительно мне в карман лезет. Запахнул я пиджачок в сторону от артиста. Отбиваюсь от них, прям по роже бью, ей-богу. Кричу, не подходите, говорю, сволочи, честью прошу. А те это, походу, пьесы наседают на меня, наседают, раз. Вытащили мне бумажник, 18 червонцев, к часам прутся. Я кричу не своим голосом, караул, дескать, граждане, всерьез грабят. А от этого полный эффект получается. Публика дура восхищение в ладоши бьет. Кричит, давай, Вася, давай! Не поддавайся, милый! Крой их, деволок, по башкам!
Я кричу, не помогает, братцы. А сам стегаю, прям порылом стегаю. Вижу, тут один любитель крови исходит, а другие в браш вошли, наседают мне. Братцы, говорю, за какой самый страдать приходится? Режиссер из кулис высовывается. Молодец, говорит, Васька, чудно, говорит, Ольку ведешь, давай дальше. Вижу, ничего не помогает. Потому чего не крикнешь, все прям по ходу пьесы ложится. Встал я на колени. Братцы, говорю, режиссер, говорю, Иван Палыч, не могу, говорю, больше. Спущайте его занавеску. Последнее, говорю, сбережение всерьез прут. Но тут многие театральные специи видят, не попей, слова из кулис выходят. Суфлер, спасибо, из будки наружу вылезает. Кажись, говорит, граждане купца, здесь, видно, бумажник сперли. Фу. Ой. Дали занавес. Воды мне в ковушке принесли, напоили меня. Братцы, говорю, режиссер его, Иван Павлович, что же, говорю, походу, говорю, пьеску тот бумажек мне вынул. Сделали обыск у любителей, только денег не нашли, а пустой бумажник тот в кулисы кинул. А вы что говорите? Вы что говорите? Вы говорите, искусство? Знаем, играли. А сейчас будет цирк. А сейчас будет Леонид Утесов со своим джазом. Как выйти из этого блиндажа? Ломай стенку!
Дорогие товарищи, вы меня простите, но петь сегодня я не буду. И знаете, почему не буду петь? Достаточно говорят, что у меня нет голоса. Надоело. У меня его, собственно говоря, никогда и не было, по-честному говоря. И вообще пел-то не я, а был у нас парнишка один. Ленька звали. О, мировой парень. Ну-ка, ушел воевать. Где воюет, не знаю. Говорят, где-то в морской пехоте. Вот ищем, ищем, нигде найти не можем. Но пел парень, ох, как пел. Так это он все пел. Бать, а? Да вот он. Кто? Ленька. Вот, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ленька, давай, давай, давай. Ленька, давай, давай, давай. Ленька, давай, давай, давай. Ленька, давай, давай, давай. Давай сюда. Узнали, чертили, да? Узнали. Да ну их, черту, надоели они мне. Посиди. Красота. Ну, этот споет. Это я думаю. Здравствуй. Да ну ладно, целоваться потом. Да я тебя сейчас поцелую. Работать надо. Видишь, народ дожидается. Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается Шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштаный, с ребячек лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать. Ай, Мишка, ай, как не стыдно, такой большой оплачет. Ты же одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденький парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе. Парнишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе. И одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен. В глубокой тишине, без труба, с барабанов, Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой. Впервые плакать захотел он, но комиссар обнял его рукой. Брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда.
спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения своего, парнишка наш не сдержит слезы, но тут никто не скажет ничего. Одессит Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать право не беда. Ну як что? Вот это талант! Ну як что? Вот это талант! Будьте здоровы, живите богато! Гоните проклятых фашистов от хаты, гоните бандитов, лупите их, бейте, снаряды и бомбы на них не жалейте. Гоните бандитов, лупите их, бейте, снаряды и бомбы на них не жалейте. Бойцам пожелаем как следует биться, чтоб каждый убил хоть по дюжине фрицев. А если кто больше фашистов загубит, никто с вас не спросит, никто не осудит. А если кто больше фашистов загубит, никто с вас не спросит, никто не осудит. Bye.